Ежегодно в конце апреля все величайшие серферы современности собираются в Калифорнии для того, чтобы подвести итоги года и выявить победителей, пожалуй, самой экстремальной премии в мире WXL Big Wave Awards. Название церемонии говорит само за себя. На ней чествуют тех, кто в течение года покорил самые большие и опасные волны в мире. Поверьте, подобное шоу нужно хотя бы один раз в жизни увидеть собственными глазами. Посему прямо сейчас я предлагаю посмотреть вам самые завораживающие моменты 10-й юбилейной премии WXL Big Wave Awards. Это был самый сумасшедший сезон для меня. Я травмировалась, восстанавливалась и снова травмировалась. Короче, то черная полоса, то белая. И в результате фортуна повернулась ко мне лицом, и я поймала самую лучшую волну, на которой мне когда-либо приходилось кататься. Это была легендарная чупа на Таити. Я очень рада сегодня быть здесь и быть частью этой семьи под названием Big Wave Surfers. Это всегда неприятно, тем более, когда речь идет о больших волнах. Только представьте себе, что вас поместили в барабан стиральной машины размером с 9-этажку. И вот вы в самом центре. Вас болтает так, что это не передать словами. Порой тебе кажется, что еще немного и все, это конец. Но вот видите, все обошлось, и я стою перед вами, да еще и приз получил. На самом деле, нужно все воспринимать с улыбкой и из всего извлекать позитив. Я мечтал и думал об этом долгие годы, и вот сегодня я могу сказать, что сделал это. Я поймал самую большую волну, 18 метров, загреб на нее своими силами, то есть без помощи гидроцикла, как это обычно делается, да к тому же побил мировой рекорд и получил премию WXL Big Wave Awards. Вот сколько подарков от жизни. По ощущениям, это было круто. Respect the earth. Never wanted fortune or fame. I'd rather have these outdoors. We know in my name.
Я не могу в это поверить. Я так счастлив. Я стал победителем в номинации «Самая большая волна года». Только вдумайтесь, здесь столько серьезных парней вокруг, но стал лучшим именно я. Я поймал ее во время своего второго заезда на Мэверик. Это было по-настоящему круто. Можно сказать, что я оказался в нужное время в нужном месте. Спасибо за это океану и матушке природе. Я приехал на Гавайи в возрасте 16 лет и сначала увлекался виндсерфингом. Это было года два. Затем я познакомился и стал частью одной из гавайской семьи – Суаху. Они как один все практиковали серфинг на больших волнах. Они-то и научили меня всему. За сегодняшнюю победу я говорю спасибо им. Прошло 15 лет, и вот я один из бесстрашных покорителей больших волн. Ну, кто бы мог подумать. На самом деле, это годы тренировок, подготовки и познаний. Это не просто так. Я очень рад, что в результате я живу тем, о чем когда-то мечтал.